этот памятник стоит на холме. Этот холм изображает наши курганы. Рассказывают экскурсоводы юному поколению историю вечного огня, минуты молчания, памятников советским солдатам и об их подвигах. Цель экскурсии – рассказать о том, какой ценой досталась стране победа, и научить уважительно относиться к ветеранам и памятникам. Ребята с интересом слушают и вступают в диалог с экскурсоводами. По словам педагогов, дети о своих героях-земляках знают многое. А сами школьники считают, что не знать об этом – позор. Это стыдно, если ты не знаешь вот про наших земляков, тем более они... Вот такое, получается, сделали дело. Мы вот сейчас вот живем вот на чистым небом. А если бы они не постарались, так вот сказать, то сейчас бы была бы война.